Мы там родились и жили на железной дороге в казарме. Отец был у меня железнодорожник, и когда началась война, ему дали билет белый, у него было с легкими не в порядке, его не взяли. И оставили его как служить, смотреть за передвижением. Нас всех погрузили, потому что уже жизни не было, в эшелоны, вот эти открытые эшелоны погрузили. Нас было 6 человек детей, у мамы с папой, и повезли в Латвию. Ему сказали, и говорит, если вы сейчас не уедете, сейчас такая заваруха будет, вы вообще неизвестно, когда появитесь. Его забирали ночью, на газике увозили, там все расспрашивали, где был, что был, чем занимался, почему ты поехал. Обратно мама плакала все, когда